Управлением Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии на днях были выявлены различные нарушения в детском саду «Василек». И сразу же мэрии Черкесска была создана специальная комиссия. Она проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований детсадов. Вместе с комиссией и Альбина Курачинова Кенжева выехала в дошкольное учреждение. Детсад «Василек» – один из пожилых в Черкесске. Ему почти 50 лет. Стены учреждения принимают до 300 ребятишек. Недавно детсад проходил проверку Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения требований к санитарно-техническому состоянию помещений. Были трещины в линолеуме и стенах, не было горячей воды в двух группах. В пищеблоке не работало 3 холодильника. В состав комиссии вошли представители управления образования, здравоохранения мэрии Черкесска. На сегодняшний день все недочеты практически устранены. На самом деле в рабочем состоянии был только один холодильник, который фактически в надобности в нем нету. 2 холодильника за ненадобностью в тот день, потому что не было рыбы в наличии, и молочные продукты еще не подвезли, были отключены. На сегодняшний день мы проверили, и достаточно холодильников в наличии. Есть отдельная холодильная камера для мяса и птицы, есть холодильник для рыбы, есть большой холодильный шкаф, предназначенный для яиц и молочных продуктов. Затем рабочая комиссия направилась в медпункт. В ходе проверки нареканий нет. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. С удовольствием члены комиссии медицинской отмечают, что детский сад провел ремонт медблока. Значит, медблок соответствует требованиям санитарным. Имеется кабинет приема медицинской сестры, имеется процедурный кабинет, изолятор. Все соответствует требованиям санитарным. Члены комиссии прошлись по группам. Было отмечено, что устранена трещина в стене, образовавшаяся после августовского землетрясения. Во все группы бесперебойно подается горячая и холодная вода. В санузлах промаркированы горшки для детей младшего возраста. В спортивном зале имеется весь необходимый инвентарь для физической культуры. По акту проверки, мы провели сегодня в вашем присутствии проверку по всем группам, по всем замечаниям. Многие уже из замечаний, которые были указаны в акте администрации детского сада, устранены. Мы это, конечно, укажем в своей справке тоже. В саду тепло, чисто, уютно. Группы тоже все оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем. То есть впечатление достаточно положительное. Ну а те огрехи, которые были, я думаю, коллектив сделает выводы. Данные проверки коснутся всех детских дошкольных учреждений Черкесска. В течение 2 недель комиссия будет проверять санитарно-эпидемиологическое и техническое состояние детских садов. Альбина Курачинова, Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.